Всем привет! Вы на канале интернет-магазина mountainrock.ru. Меня зовут Сергей, и сегодня у нас обзор рюкзака от фирмы Trump. Это новинка, модель Saiguard 60+10. Рюкзачок сейчас на мне. Начнем с поясного ремня. На пояснике два кармашка на молнии. Есть нагрудная стяжка со свистком. Так вот у нас выглядит рюкзак. У рюкзака у нас есть три входа в общее отделение. Вход сверху. Вход снизу. И также есть вход сбоку. У рюкзака есть карманы. Они из стрейч-материала, растягиваются. Сюда можно убрать какую-нибудь бутылочку, что-нибудь еще, что может быстро понадобиться в походе. Посмотрим на клапан. Сверху клапана у нас есть фиксаторы для стропы. Можно купить дополнительную стропу и сверху на рюкзак что-то крепить. У клапана один вход, только с внешней стороны. В самом клапане есть сетчатый кармашек. Также в комплекте у рюкзака есть рейнкувер, накидка от дождя. Она убирается в низ рюкзака. Спинка здесь анатомическая, регулируемая. Есть антиопрокидыватели. Также по бокам есть стяжечки. Здесь стяжки с запасом, то есть их можно в дальнейшем использовать для закрепления здесь коврика или еще каких-нибудь необходимых вещей. Чтобы стяжечки не болтались, есть специальный фиксатор. Также у нас в фронтальной части есть карман. Есть крепление для трекинговых палок и ледоруба. Такой рюкзачок, очень легкий. Сейчас мы его распотрошим и взвесим. Итак, сейчас взвесим рюкзачок. Весит он 2 килограмма 40 грамм. В принципе, для такого объема рюкзак очень легкий. Посмотрим изнутри на него. Также хотелось бы отметить, что у рюкзака есть выход под гидратор. Внутри есть также крепление для гидратора. Вот такой вот небольшой карабинчик. Здесь жесткий каркас пластиковый.
который у нас вставлены параллельно две алюминиевые лорды. Рюкзак очень хорошо сидит, неплохо разгружает спину. Поясник здесь широкий. В принципе, рюкзак очень удобный. Сейчас посмотрим. Поясник здесь еще к тому же и съемный. Снимается он очень легко.